Говорят о фальсификациях и в партии «Батьковщина». Об этом на пресс-конференции заявила ее лидер Юлия Тимошенко. По ее словам, выборы в объединенных громадах проходят со множеством нарушений. Это и подкупы, и незаконная агитация, и использование админресурса. Политик уверяет, что на кандидатов от ее партии оказывали давление, чтобы они отказались от участия в предвыборной гонке. Те, что вы сейчас видите, это по сути репетиция наступних президентських і наступних парламентських виборів. Те, що ми зараз бачимо на виборах в об'єднані територіальні громади, повториться. І ми всі, українське суспільство, мусимо до цього бути готовими.